Зарубежные компании, которые сотрудничают с Ираном, делают это на свой страх и риск. Об этом заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции после переговоров со своим французским коллегой Франсуа Олландом в Вашингтоне, указав, что на эти компании может обрушиться ливень санкций, так как режим ограничений в отношении Тегерана продолжает действовать, несмотря на его отказ от некоторых ядерных разработок. Мы с президентом Оландом согласны в том, что необходимо продолжить применение существующих санкций, хотя считаем, что новые санкции, если их принять в ходе переговоров, могут угрожать возможности дипломатического решения. В начале февраля в Иран на фоне потепления отношений отправились представители более сотни французских крупных компаний. Еще одной важной темой переговоров Обамы и Оланда стала ситуация в Сирии. Мы были готовы к применению силы. Мы смогли найти другое решение – переговоры. Мы позволили частично уничтожить арсенал химического оружия. Но мы пока не нашли политического решения. Президенты также обсудили вопросы взаимодействия по другим международным проблемам и сообщили, что после шпионского скандала доверие между Парижем и Вашингтоном восстановлено. Обама принял предложение Оланда приехать в июне во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 70-летию высадки союзников в Нормандии.